Под Вязновской школе в этом году может заработать бассейн, который был закрыт 16 лет назад из-за проблем с водоснабжением. Уже подготовлена проектно-сметная документация. На осмотр объекта приехал депутат Госдумы Валерий Иванов. Администрация Ивановского района выделила средства на первый этап работ, но этих денег будет недостаточно. Сметная стоимость превышает 6 миллионов рублей. В этом бассейне, фактически там, где должна быть вода, там находится тренажерный зал, причем эти тренажеры, они самодельные. Мы планируем вывести оттуда полностью тренажерный зал, новый оборудование купить. И уже итогом этой встречи является то, что наш депутат Тельман Фероян уже дал согласие на то, что он поможет, он, значит, своими средствами вот этот тренажерный зал осилить. В Новоталинской средней общеобразовательной школе бассейн начал работу в конце ноября. До этого 6 лет ребята не имели возможности заниматься плаванием. Теперь один урок в неделю дети проводят в бассейне. Школьников делят на группы. Тех, кто плавать не умеет, учат с нуля. Плавание проводится, начиная со вторых классов и по 11 класс. По определенной программе на конец года дети должны выполнять определенные упражнения, которые для каждого класса разные на конец учебного года. Педагоги Новоталинской школы уже мечтают открыть, если не секцию по плаванию, то хотя бы группу для сильных ребят, которые своими достижениями в будущем прославят родную школу. Любовь Почерникова, Сергей Коликов, РТВ Иваново.